Путешествие к краю земли. Две пермские школьницы побывали на Северном полюсе. Такое путешествие они выиграли во всероссийском конкурсе для активных и инициативных ребят «Большая перемена». Подробности необычной поездки узнала Мария Лепихина. Пермский край на Северном полюсе! 70 школьников со всей России стали победителями конкурса «Большая перемена». Среди них две пермячки – Алина Амирова и Эвелина Шигина. Путешествие длилось 10 дней и изменило жизни девочек навсегда. Экспедиция стала для меня переосмыслением того, кто я, чем я занимаюсь, как глубоко я смотрю на мир. Я поняла, что мир больше, но ближе, чем кажется. У меня даже все еще иногда не укладывается эта мысль, что я действительно была там, что это все было со мной. До Северного полюса школьники добирались на ледоколе 50 лет Победы от Мурманска через Баренцево море и Тихий океан. Любовались цветом воды, белыми медведями и бескрайним простором. Сам Северный полюс, когда мы встаем утром, нам говорят в радио о том, что мы приближаемся к Северному полюсу, срочно выходим на палубу. И мы вышли. И вот прозвенел этот гудок, то, что мы находимся на 90 градусе. Мы спустились на льдину, и там кто-то взял пробы. Мы пересекли все меридианы, пофотографировались. Хочется просто каждую частичку фотографировать глазами. Это эмоции, которые останутся со мной просто на всю жизнь. В пути до Северного полюса школьники не сидели на месте. Для них проводили образовательную программу по трем направлениям. Познаем Арктику, познаем себя и познаем технологии. У нас были лекции, мастер-классы по ядерной физике, по атомным технологиям, по аддитивным технологиям, также по психологии, например, как разрешать конфликты. Также на ледоколе, например, была Алла Шишкина, 14-кратная чемпионка по синхронному плаванию, она у нас зарядки проводила. Побывать в подобных путешествиях могут школьники со всей России. Конкурс «Большая перемена» состоит из нескольких этапов, а победители могут получить денежные призы от 200 тысяч до 1 000 000 рублей или поездки по нашей стране. Мария Лепихина, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.